очередной обзор карты для игры для фермера. Ну и первая залепа на этой карте, это вот мы появляемся в доме. Вот такой вот домик. Какой-то лупит тяжелый рог, я не знаю что. И я не знаю, как выйти. Вот, понимаете? Чем открывается? Вот фонарь. Фары какие-то включаются. Откуда у меня... Кто скажет, откуда у меня фары? Вот, дальше тут, не знаю, правой, левой, всей, спейс, прыжок, приседание там. Не знаю я, чем открыть дверь. Кто подскажет? Во! Это что такое? Откуда? Нормально, лесник что ли? Активировать инструмент. Ха-ха-ха-ха-ха! Не знаю я, что это такое? Это что такое вообще? Ладно. Итак, значит, по карте. Карта вот такая вот. Соответственно, видно, где мы находимся, да? И, ну, переместимся в любой трактор. Оп. Катапультировались. Катапультировались в другой трактор. Так, комбайн. Ну, комбайн. Косей 7130. Комбайнчик и тракторчик жатку. Ну, выкатимся. Опа. Вот второй косяк. Второй косяк. Я не знаю, что, как его. Курсплей работает, понятно. Вот как выехать. Ладно, сядем в комбайн. Может быть, комбайн разнесет эту. Ага, комбайн разносит. Я не знаю просто. Вот как отсюда выехать. Ладно, так. Урсус у нас. Оп. О, Урсус выезжает. Отлично. Ого. У нас есть ман. Сразу. Сразу есть ман. Так, ман. Так, это что у нас? Погрузчик. Погрузчик. Так. Стейр. Стейр. И сразу что? Чё так медленно ходит? И перевозка деревьев. Прицеп для перевозки деревьев. Так, ну попробуем выехать. А, стоп. Не понял я. О. Так. Давай, выезжай. Понятно. Сквозь. Упс. Упс. И что? Все? И все? И это все? Ну, давай. Давай. Ну выезжай. Так. Я не знаю, как вот открываются они. У меня все есть. И этот, как он там, door open. Все стоит. Короче, косяк. Так. New Holland. Опс, тоже выезжает. Ну, уже что-то. И что? Косей, давай. Ну, есть, выехал. Ага. Вот такая у нас еще машинка есть. Ну, вот, наверное, мы на ней и будем. Так, давайте еще попрыгаем. Понятно. Все, на ней будем ездить. Итак, это что у нас? Euro Agrar Forest. Да. Так, по карте смотрим, где мы находимся. По карте находимся, в принципе, это наш УАЗик. Мы, по идее, должны были каким-то образом выйти из дома. Ну, с дома не получилось выйти. Вот, какой-то, я не знаю, что это, на Land Rover какой-то похож. Что-то такое. Так, вот наш там застрявший тракторчик. Итак,
поедем на вот это вот, на первую разгрузку, посмотрим, что там будет. Итак, вот мы подъезжаем. И что это у нас? Так. Что это такое? Что вот в этом доме? Что-то в этом домике, наверное. Да, резвый такой джип. Резвый. Так, и что это? Кто мне скажет, что это? Что это такое? Я не знаю. Но это, наверное, склад. Так, ну давайте заедем, посмотрим, что здесь. Просто дрова. А, это склад. Склад. Чего склад? Склад. Так, здесь у нас удобрение. Заправка. Жидкое удобрение. Жидкое удобрение. Телефон, банкомат. Так. Это что у нас? Открыть? А, садовый центр. Саженцы на поддоне. Какие? Какие это саженцы? Какие? Опять непонятный косяк. Так. Поедем вот сюда. Тут что у нас? Хотя написано. Вау-вау. Угу. Наверное, оно все-таки не открывается. Значит, это тупик. Это тупик. Так, там оно что? Выезд на дорогу. Да, что-то карта не очень. Сразу не очень карта. Очень много всего, но... Вау-вау, его носит так. Так, может быть здесь? Что там нарисовано? Оп, открылось. Так, заезжаем. Заезжаем. Что мы видим? Угу. Выезд. Там заезд, здесь выезд. И, судя по всему, на этот вот склад невозможно попасть. Ага, это разгрузка. Разгрузка. Так, 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 так. Что здесь у нас? Блин, чё ж так медленно-то он ходит, а? На... Так, что это такое? На навоз похоже, да? Навоз. И здесь тоже навоз. Да. Навоз. Так, ну... Судя по всему, здесь не выпустят меня. Оп. Да, понятно. Тоже как-то зачем так делать? Так, резкий джип. Ну что, так, по карте. Поедем. На ветряную мельницу. Ветряная мельница по дороге. Итак, едем на ветряную мельницу. По пути на мельницу вот такие вот нашел столбик. Для, ну я так понимаю, это поле продается, да? Акерланд, ну да, что-то, наверное, на немецком, я не очень разбираюсь в этом. Ладно, поехали на ветряную мельницу. Итак, вот мы приближаемся к ветряной мельнице. Ну, соответственно, здесь у нас что будет? Зерно, да, так оно и есть. Зерно забирает, забирает. Странно. Забирает и все, да? Ну ладно, смотрим дальше. Так, ветряная мельница. Ну и наверх поедем. Что-то там судоходная фирма. Что-то, ладно, будем смотреть. Итак, вижу на карте коровник. Вау, вот это нас подрезали. Так, ну, заедем. Вот это здесь коровник, посмотрим. Что он из себя? Мы ж на джипе. Так. Что он из себя представляет? Что я вам хочу сказать? О, нет, не заеду. О, все, вот это. Ну ладно. Блин. И лебедка здесь. Не... О, давай. Вот, давай. Может быть вперед? Нет, может быть назад? Но, тяж привод 4 на 4. Давай, блин. Черт. Блин, да что ж такое-то? Ай, ну все, застрял. Оп.
Может быть, в натяжечку, в натяжечку. Блин, да что ты? Вот. И раз. И раз. Нет. И раз. И подтолкнуть нечем. Все далеко. Хотя. Опа. А почему он опять здесь? Я шел вы. Опа. А как это он? Там один трактор был. Так, а эти не выкатываются. Ну вот как быть? Ладно, сейчас придумаем что-нибудь. Так как я разбил машину, поэтому мы купили себе мотоцикл. Итак, вот он по центру. Посмотрим, что у нас здесь за... Ну, тут, в принципе, все понятно. Так, нет, непонятно. Вот так. Что это у нас? Это у нас заправка. Заправочка. Здесь у нас что? В общем, создатель напихал всего, понимаете, такая загруженная карта. Вам, Биллингер, вам просто не передать. Я не знаю, что это. Давай, открывай. Открывай. Вот так. Так, здесь у нас что? Картошка, наверное? Картошечка. Картошка это? Нет, это больше на... Что это? На бураки похоже. Может, свекольный завод? Что там написано? Не знаю, что там на ненашемском. Так, поехали дальше. Заправка здесь вот. Наверное, забирают это все дело. Так, открывай. И вот здесь. А, это весовая вообще. Зачем? Зачем весовая нужна? Я не знаю. Так, вот это что за строение? Что нарисовано? Огонь и свет. Может быть. Но. Оп! 7.00. Черт. Не открывается. Сейчас откроется. Оп. Ну, открывайся. Чек. Что это такое? Почему не открывается? Вообще-то это похоже на... Ой, как она правильно называется-то? Черт, ладно. Черт с тобой. Поедем наверх вот туда. А, где топливо сжигают и получается тепло. Ну, я не знаю, что-то в районе... Как большая-большая печка. Так, куда мы едем? Куда мы едем? Ну, вон, Зиркус. Зиркус. Я вообще не знаю, что такое. Я немецкий не изучал, а карта, походу, вроде как немецкая. Так, вот тут что у нас? Цирк Шапито, наверное. Так, что написано? Что написано? Читаем. Сюгенвирк. Да, очень понятно все. Так, что-то здесь можно разгружать. А что? Без понятия. Сейчас вот. Может быть, какие-нибудь фрукты, потому что здесь, ну, как. То есть цирк, это понятно, что цирк, ну. Может, солому. Ну, не знаю я. Поиграйте, посмотрите. Попкорн. Хочу поп. Касса. Так, в цирк. Не пойдем в цирк. Ну, далее. Далее смотрим. Вот через мостик, по идее, нам надо проехать. Даже речка есть. Я чувствую, там речка такая интересная. Так, вот. Ну да, речка большая. Какие-то домики, коровы. На ипподром что-то похоже, наверное. Так, едем. Вау, люди! Я увидел людей. Я увидел людей. Так, заезжаем. И что? Ну, конная какая-то, да. Конная вот. Здесь можно, наверное, лошадей забирать. Да, почти дрифтанули. Так, далее, нет. Далее, вот туда мне... Ага, я что, там не выйду. Выехать, так. Может быть, по берегу. На мотоцикле по берегу. Вау. Давай попробуем. Вот это классненько. Давай. Так, есть. Тут что у нас? Ага, здесь центральный вход, наверное.
Ладно, пойдем дальше. Это что у нас? Так, ну вот что можно сказать? Что это такое? Тоже, походу, зерно забирают. Стоянка, зерно. А что написано? Судоходная фирма. Нормально, судоходная фирма. Наверное, все берет. Ладно, поедем вот сюда. Может быть, столкнем мотоциклом наш автомобиль? Так, ну здесь, походу... Это что такое? Бум, оп-оп-оп. Ага. Это у нас железнодорожная станция. Там, походу, вот щепу можно грузить или забирать, или что, не знаю, что-то какое-то все. Так, ладно, пойдем дальше. Дальше вот сюда. Так, это что? Главное не упасть никуда, что тут ни дорог нету, ничего. Ну ладно, мы же на мотоцикле. Мы на мотоцикле. Понятно, это стена. Все, я понял. Так, сейчас сверху зайдем. Проблемы. Вот мне проблемы нашли. Так, и опа. Вот так. Здесь у нас что? Да, это вроде как щепа. Да, доски. Склад досок. Да, вот тут на машине как-то привозить надо, не знаю, как-то разгружается. Ну, поиграем, посмотрим. Это всего лишь обзор, где мы будем играть. Так, там улей. Вот где улей, наверное, мы оставили свой автомобиль. А что это у нас было? Фирбик какой-то, не знаю. Знаешь, что такое фирбик? Так, где выезд? Именно там, на козу. Оп, на козу не становится. Так. Ага, двери открыты, все, заезжайте, выезжайте. Такс, и что это у нас? Улей. Улей, где пчелы? Где пчелы? Оп, а, нет, это не улей, это доска. Доска. Так, ну-ка посмотрим. Открыть доску о заданиях. Даже задание есть. Текущих нет, ожидающих задания нет. Странно. Зачем она тут нужна? Так, ладно, поедем дальше. И поехали. Ну вот он, коровник. Вот куда заезжать? А, вот, не знаю. Вот, а, вот дорога на коровник. Коровник где-то вверху. На горе стоит коровник, представляете? Гора идет, и вот коровник по такому серпантину. Просто вот, опа, и прямо вот так вот. А вот наш там джип. Так, ну, судя по всему, да, тут коровы. Почему-то опять ничего не работает. Хотя вот, наверное... О! Ёп, работает. Так, ну это понятно. Коровник. Оп. И вот туда прямо шах. Блин, вообще, ну зачем так делать? Так, ладненько. Это посмотрели. Так, вот тут что у нас? Что-то такое на карте интересное. Мяу, вот так. И опа. Йоу. Эй, парень, вставай. Да ладно, ты издеваешься? Мотор убит. Короче, вы знаете, по-моему, это не карта, а... Ну да, там, знаете, когда... Time fast forward. Ну это понятно. Time. Вот. Сколько сделаем? 12. Да, 12. Ничего не изменилось. Мотоцикл прозевали, все прозевали. Так. Это что такое? Какой-то мост. Я не знаю. Ну и что? Короче, двери тут почему-то не работают. Я не знаю, вы посмотрите, может быть, у вас будет работать. У меня, видите, не работает трактор. И что? И зачем? И вот так вот я по кругу должен ездить.
Это что такое? Мойка. Зачем мойка? Мне мойка не надо. Здесь что-то непонятное. Ну, для начала, значит, далее, что посмотреть можно. Вот как лайм, альфа, не знаю я, тут очень всего. Дальше молоко, сено, значит, можно продавать. И, я угадал, это Land Rover, берут машину, да. Окей, так. Вернуть, хорошо, возвращай. Далее. У нас вот созревание. Значит, видите, да? Поля, которые зреют. А, нет, вот 22-е наше. 22-е наше. И что там зреет? Там кукуруза. Кукуруза. Соответственно, кукурузу надо убирать. Чем-то надо убирать. Ничего нету. Вот. То есть вот такая картинка. Такая карта. В общем, не знаю я, буду я на ней играть или нет. Я сейчас разберусь еще немножко. Это такой просто обзор, непонятный. Тут всего навалили. Вот смотрите. Ну, судя по знаку, мне туда ехать нельзя, и ворота не откроются, да? Баб. Почему они не открываются? Дальше, вот сюда. Мне нельзя сюда ехать. Почему нельзя ехать? Подождите. Тут. Ага, это загрузка. Загрузка, понятно. Загрузка. Так, давайте посмотрим. У нас. Так, назад. Нет, вперед. Так, поехали. Машины, вилки. Так. Чем косить кукурузу? У нас же зреет кукуруза. Чем ее косить? Это делать так. Угу. Жатка. Тара пошли. О, есть. Да, есть. Есть чем косить кукурузу. Все понятно? Итак. Ну, начнем. Соответственно, начнем с кукурузы, а то потом будет видно. Поэтому, как говорится, не переключайтесь. Итак, сейчас проверим. Ну, я сейчас посмотрю триггеры. Ну, по-моему, здесь что-то. Вообще через него проезжаю. И вот, вот как понять. Ладно. Товарищи зрители, что-то не очень мне эта карта нравится. Наверное, я поищу что-нибудь другое. Всем до свидания, удачи. Не играйте на этой карте. Эта карта называется. Нет, где ее посмотреть? Вот, сейчас покажу. Вот, эта карта называется Евро Аграр. И версия ее 0.99. В общем, не играйте в эти. Все. Всем до свидания, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои обзоры. Все, всем пока!